Всем привет, с вами Юля. Итак, в этом видео я хочу подвести итоги за сентябрь месяц. Сентябрь очень быстро пролетел, потому что началась работа, нужно было вливаться снова в процесс после отпуска. Так это, знаете, лениво происходит. В сентябре были у нас семинары. Ну, в общем, все как у всех. Своя работа, загрузка. Вот. Но, тем не менее, я старалась вышивать. Хотя времени на вышивку у меня было крайне мало, но я как-то пыталась находить его по утрам, по вечерам, где-то на выходных. Хотя и выходные тоже были загружены. Ну, посмотрим, что получилось. Вот. Еще у нас продолжается лето. В этом году лето очень длинное. Началось рано, и вот сейчас конец сентября, и у нас 31 градус, и влажность. В общем, мы сегодня поедем на море. Это, знаете, наверное, первый раз вот в конце сентября едем на море. Нет, почему? В прошлом году мы были на море. Да, я даже на свой день рождения купалась в конце октября, тоже было тепло. Ну вот бывают у нас такие вот дни очень теплые, но в этом году прям все лето, без передышки, постоянно жара. Вот, мы, конечно, честно устали, ждем уже осень, и вот в ожидании осени, когда у нас там пару дней чуть-чуть где-то запахло осенью, спала жара, я не удержалась и начала вот... набор от Ланарта. Я его как-то давно немножко надкусила на работе, но так как там схема большая, схема сложная и не так много, цветов много, то я поняла, что это не рабочий процесс, его нужно хорошо организовывать, и принесла домой. Он долго-долго лежал, вот, все, знаете, руки тоже не доходили, а в этом году думаю, ну, пусть я его не буду вот вышивать, да, как там процесс такой вот основной в ротации. Ну, хоть чуть-чуть повышивать, вышить один подсолнух, может быть, там чуть-чуть еще чего-то. Просто успокоиться, повышивать, и буду уже вышивать его там, когда будет возможность. В следующем году посмотрим. Вот, поэтому я немножко тут разложила основные картинки, что вышивалось. И начнем мы с вами... Опа! Прилег тигр. Начнем мы с вами с Ланарта, посмотрим, ну, что-то новенькое, да, то у меня все, как бы, процессы все известны, что я вышиваю. Нет какой-то новизны. Ну, так вот получилось в этом году. Итак, Ланарта. Это, по-моему, называется тачка с подсолнухами. Очень старенький дизайн, но он очень интересный. Мне вообще нравится и тыквы, и подсолнухи. Нравится этот дизайн. Давно я на него посматривала. Он какое-то время был, по-моему, снят с производства. Сейчас его выпускают. Он есть в доступе. В смысле, можно его найти, купить. Размер 43 на 37 сантиметров. Вышивается на Аиде... на Линде 27 аккаунта, простите, заговариваюсь, на Линде 27 аккаунта. Так, ну и буду вам показывать сейчас нитки и буду жаловаться. Я давно вам не жаловалась, но я думаю, что здесь как бы нужно немножко пожаловаться. Итак, начнем с ниток. Ниток здесь много, нитки у меня не организованы, потому что я начала спонтанно, хотела чуть-чуть повышивать, и потом я это все отложу, и уже в следующий раз, когда буду браться за этот дизайн и вышивать его, я буду организовывать. Ну, как всегда, у Ланарта, видите, вот эти вот планшетки, их нитки просто перекинуты. Я, кстати, ничего не закрепляла, не перевешивала, потому что их очень много. Здесь у нас три планшетки. И у нас 53 цвета. Вышивка идет и крестом в две нитки, и крестом в одну нитку. Больше стежков нет, но только бэкстич. Ну, в смысле, полукреста нет, только бэкстич из дополнительных стежков.
Вот, ниточки, конечно, хорошие, красивые, ну, нарезка короткая, видите, они у меня уже все лохматые, потому что, ну, я работаю, нитки вытаскиваю, они закручиваются, но цвета, ну, соответствуют дизайну, очень красивые ниточки, приятные, качество хорошее, DMC, в общем, здесь, ну, что сказать, все очень хорошо. Единственное, что планшетки, конечно, ужасные. Ну, в смысле, нужно их закреплять. И я не придумала какой-то парковщик, вот огрызки сюда привязывать, это тоже ужасно неудобно. И, ну, на начальном этапе как-то еще можно с этим жить, а когда их будет много везде привязано, я знаю, что это будет просто самая ужасная организация. Вот, ну, здесь это мой фактор, мне нужно просто собраться и все это сделать, все организовать. И вышиваю я, кстати, одной иглой, потому что, ну, снимаю нитку и потом привязываю ее. 53 цвета, сюда нужно 53 иглы и даже больше. Ну, такой, знаете, дизайн, такой хороший дизайн. Объемный. Так, и буду жаловаться сейчас по схеме. А схема, значит, что у нас здесь? Что не нравится? Ну, схема, во-первых, огромная. А, лист А2, наверное, да, это когда-то много этих А4. Вот, я вот так сложила, чтобы схему не было видно. Просто хочу показать вам ключ. Что с ключом? Ну, вот тут, знаете, хочется выдать просто целую серию нецензурных слов, потому что, ну, в общем-то, все дизайнеры уже научились использовать достаточно такие отличные значки, чтобы они различались, и либо их делать цветосимвольными, чтобы было удобно читать схему. Ну, видно, дизайн старый, поэтому здесь дизайнеры сильно не задумывались, и здесь очень много похожих значков, причем по схеме бывает, что они рядом стоят, ну, рядом находятся. И это, знаете, елки-палки, очень неудобно. Очень путаешься, теряются значки. Ну вот я вам покажу, давайте, да, вот 3 лепесточка, 4 лепесточка, с темной серединкой покрашенные. Вот они, не закрашенные лепесточки. Вот 4 лепесточка, 2 покрашенных, 2 светленьких. Ну вот если они вместе стоят, вы представляете, вот этот значок, вот с этими значками. Ёлки-палки, сейчас еще покажу. Тут они все такие. Вот это для меня был вообще шок. Смотрите, буква Ш или Е перевернутая. Потом буква Ш с одной точечкой и с двумя точечками. Ну вот скажите мне, вечером вышивая, вот эти вот сидеть еще, вы смотрите, есть там точечка или нет? Вот, шестерочка. Беленькая и с наполнением, с темненьким. И вот они все, вот эти такие вот значки, вот они похожие какие-то. Кружочки, вот смотрите. Ну вот, ну что это? Что это? Посмотрите. Все такие вот они, эти значочки. В общем, что я делаю? И 53, да, значка. Вот. Вот как неудобно. Вот как неудобно. Давайте я вам положу что-то приятное. Вышивку на кадр и буду рассказывать. Значит, что я делаю? Я схему раскрашиваю, вообще ее нужно скопировать, отнести на работу, вырезать хочу кусочки, раскрашивать и так с ними работать. Конечно, можно задаться, найти сагу, но, знаете, искать в интернете нужно потом проверять, и это тоже очень много времени. Вот, что-то заказывать сейчас сложно с оплатами и со всеми, девочки загружены, тоже очередь. В общем, я буду вышивать по бумажке, потихоньку, к тому же, что это не основной процесс. Если бы основной процесс, ну, наверное, я бы, наверное, задалась этим вопросом и как-то бы уже решала, что делать с сагой. А так буду потихоньку вышивать. Отмечаю себе участки, вышиваю, в принципе, потихонечку процесс идет. Несмотря на все вот эти вот такие вот моменты организационные, не очень комфортные, процесс мне очень-очень нравится. Во-первых, здесь основа, она бежевого цвета, но мне кажется, что как бы у нее есть такой потон, как рустик. И мне это очень нравится, вот такой, знаете, не просто беж, а что ли с какими-то вкраплениями, ну не могу понять, но очень мне нравится. От этой основы я прям в полном восторге. И когда начала
вышивать, ну, вернулась снова к этому процессу, у меня был рестарт, вот тут такое черненькое пятнышко. Я вышила на работе, поняла, что не, Юля, не пойдет этот процесс на работе, и я его отнесла домой. Вот, и вот этого пятнышка я потом уже плясала. Это пятнышко у нас находится вот здесь, простите, что пальцем. Ну вот здесь вот оно, и я вот так вот потихонечку пошла, то есть я вот здесь вышиваю, вот в этом местечке. Хотелось бы перейти вот сюда, на этот подсолнух, но он на другом листе, листы огромные, мне очень неудобно, поэтому я решила, что я буду гулять вот с левой стороны, не самое пока интересное, но может быть хотя бы вниз спущусь, посмотрим, как пойдет. И потом уже снизу пойду наверх, чтобы сильно не запутаться. Вот. Процесс, в принципе, очень приятный. Мне нравится, как ложатся здесь ниточки, сочетание цветов. Я люблю зеленые оттенки, очень люблю. И, вот знаете, повышиваешь чуть-чуть, рассматриваешь эти крестики, какие они здесь красивые, как аккуратно ложатся. Люблю вышивать крест в одну ниточку, это очень просто, нитка не путается, не нужно ее расправлять. Берешь и вышиваешь, ну, все просто. Все просто и в удовольствие. Здесь у меня вот такая вот игла, а это магнитик, но он у меня откололся, упал и откололся. Вот так вот его спрячем. Подсолнухи. Люблю подсолнухи. Вот один у меня уже есть. Подсолнух. Красавчик. В общем, класс. Я прям довольна, что я, ну, хоть чуть-чуть повышивала, да, как-то сбила оскомину. Мне вот сейчас он в настроении. Хочется осени, хочется вот этих тыкв, подсолнухов. И поэтому я хочу чуть-чуть его повышивать. Ну а дальше уже будет видно, как пойдет. Скорее всего, отложится, потому что зимой хочется зимние. У меня тоже есть хорошие процессы начатые, дизайны начатые зимние, которые я мечтаю довышивать. Поэтому все есть. Вот. И что еще хотела сказать. Когда я начала, сделала снова рестарт, принесла и стала вышивать. Дизайн, в общем-то, он неоднозначный в плане размещения, да, он смещен немножко, рисунок влево вытянутый, но в то же время и по горизонтали тачка уходит вправо. У меня были сомнения, правильно ли я расположила основу, да. Вот, я ее снова развернула и все перемерила. И, кстати, основа почти квадратная, но там с учетом боковой этой ленты получается... Так, чтобы не обмануть, 52 на 53 сантиметра. Или 53 на 53, если брать с ленты. То есть она квадратная. Это основа. Поэтому я думаю, что у меня все получится. А рисунок, да, рисунок у нас 43 на 37. Ну, значит, все должно быть хорошо. Потому что я засомневалась. Еще у меня есть вот такой дизайн. Кстати, он у меня из старых, покупала еще здесь, когда-то какой-то находила этот набор, вот эту шляпу с гортензиями. Вот тоже каждую осень о ней думаю, вот как хочу эту гортензию, тут гортензия, анемоны, шляпка, очень хочется начать. И тоже никак не могу начать, столько всего начато, времени мало, вот, поэтому... Как-то так. Ну, хотя бы тачку чуть-чуть я повышивала. Будем надеяться, что процесс будет продвигаться. Ну и там в следующем году, может быть, я к нему вернусь полноценно и смогу его, этот дизайн, довышивать. Оформила, кстати, оформила, организовала на Q-Snap'ы и взяла с Argentea эти трусики, потому что Argentea у меня перешел опять на станок. Ну, все потихонечку, сейчас я вам буду рассказывать, показывать. В общем, вот такой вот старт, рестарт, продвижение. Ну, я считаю, как старт, потому что вот тут что это было, вот тут совсем чуть-чуть. Старт. Вот такой старт. Очень я довольна собой, что я начала этот дизайн. Прям не могу оторваться. Очень мне нравятся крестики, какие они красивые цвета. Все, класс, класс. Единственное, что нужно делать организацию, потому что вот это скоро будет там катастрофа. Это я знаю. Дальше идем. А дальше у нас еще один старт. Тоже Lanart. Ну, так как я сейчас привожу Lanart, занимаюсь.
Если, девочки, вам нужны наборы, в принципе, я оставлю ссылку на сайт наш греческий, где они выставлены, но там с НДС, если вы за границей, то НДС вычитается. Если вы здесь, то НДС учитывается, вот как-то так. Можете посмотреть, что есть в наличии. Вот, и вот эти вот цветы мне очень-очень понравились. Здесь их триптих, я вам показывала. Все они у меня есть, да, и в наличии, и себе я их оставила. Очень мне нравятся эти цветочки. Нежные, простые, в отшиве. Говорю, потому что уже начала. И давайте посмотрим, что вышилось. Итак, что вышилось? Вышилось почти половина дизайна, вышилось. Вот, смотрите, видите, почти половина. Осталось мне вышить, ну вот здесь, вот эти вот три лепестка и чуть-чуть дошить тень. Начала на работе, как-то мне вот прикипело, захотелось этого дизайна. Я открыла, попробовала, схема там очень легкая. Вышивать можно без какой-либо особой организации, одной иглой, вот вышила нитку, если что осталось, закрепила на органайзер. Но в принципе все так здесь логично и просто устроено, что цветочек вышивается очень-очень хорошо. Вот я довышивала вчера в субботу, да, довышивала веточку, потому что у нас девочка отпросилась. Взяла отпуск на неделю, я ее замещаю, у меня сейчас получается 1,5 ставки. Я и свое рабочее время, и ее как бы на работе, ну на ресепшене, должен же кто-то быть на телефонах, вот. И бывают такие у нас глухие часы, особенно в обед, когда утренние клиенты ушли, вечерние еще не пришли, вот. Ну просто сидеть в компьютере, знаете, уже скучно, за день все попеределаешь, поэтому... Вот беру и вышиваю. И вот так тоже где-то там 20-30 минут, часик. И знаете, потихонечку продвигается работа. Принесла показать вам, опять унесу на работу. И надеюсь, в октябре будет финиш. Вот, а потом, наверное, нужно брать с собой скатерть свою, дошить ее. Вот, хотелось мне повышивать этот цветок, а дальше я вернусь к скатерти. Там посмотрим, может быть, по весне вышью еще вот эти два цветочка. Вот такие они, магнолия. Очень мне нравится. Ну вот этот меньше всего, а вот этот мне тоже очень нравится. Мне два нравятся, вот этот и вот этот в бутоне. Его как хочешь можно размещать, и вот так можно. Ну он же на веточке. Вот, очень мне нравятся вот эти два цветочка. Посмотрим, может быть, и все три вышью, но я все три себе оставила. Вышивается супер. Единственное, что так как на работе, края я не обработала. И вот они такие, видите, прям вообще лохматые-лохматые. Ну, куда деваться? Может быть, сегодня я как-то их немножко обработаю, потому что, чтобы это все не сильно лохматилось. Вот. Что здесь за основа, не знаю, потому что здесь вот белая лента. Неизвестно, но она очень хорошая, очень-очень. Я прям с удовольствием работаю с этой основой. У Ланарты мне нравится их равномерочка. Ну, вот такой красивый цветочек вышивается будет. Класс. Ну, идем дальше. Идем дальше. Так, подальше я немножко вернулась к моему коту Фредерику. У нас была неделя семинаров, но, знаете, онлайн, сейчас это очень удобно, по 2 часа каждый день. И вот пока там идет знакомство, разогрев, вступительная, вводная часть, можно не писать, сидеть, как бы слушать. То скучно, ну как скучно, слушаешь, а руки-то привыкли чего-то делать, поэтому пока вот идет разогрев, я брала Фредерика, здесь как раз самый такой простой участок у меня был, и я его потихоньку вышивала, и я молодец, я вот за семинар вышила вот эти книги, вот, вышила вот эти книги, и даже здесь вот основу вышивала, и как-то я неправильно посчитала, разогналась, вышила побольше. Но я не буду распарывать, если будет оформляться, то просто это вот так закроется, поэтому тут ничего страшного. Вот, книжечки вышились, нижний ряд почти, тут еще вот черная часть, и потом опять красная, и дальше уже
Дальше вот верхняя полка. Ну, в принципе, работа подросла. Я этому очень рада. Очень красивая работа, несмотря на то, что, ну, дизайн такой, знаете, вот из старичков. Вот я не знаю, прям сколько лет его вышивают. Какого он года, кстати? Какого года? Хочешь найти быстро, не найдешь. Так, 2001-го. Вроде бы, если я правильно прочитала. Ну, вроде бы 2001 года. Ну вот, 20 лет его вышивают, и я думаю, еще будут вышивать, потому что он и вышивается приятно, и очень красивый, эффектный, такая проработка, замечательный дизайн, класс. Ну, я вот так беру, знаете, на бегами, на скоками, вот когда есть такое настроение, что-то легкое по ниточке, я его беру. И, кстати, я переставила его на пяльцы на Нурге, на тройку. Вот у меня как раз вся область сюда заходит, и потихонечку вышиваю. Нужно дошить вот этот ряд книг. Посмотрим, как это у меня будет происходить, что будет в октябре, как пойдет работа, будет ли свободное время. Ну, в общем, я его продвигаю без каких-то особых планов. Есть возможность, беру в работу. Нет, лежит, ждет. Ну и даже так хорошо, а так бы лежал в наборе. Так хоть по чуть-чуть, но продвигается. Правда, девочки? Вот, все-таки. Фредерика посмотрели. И остается основной дизайн, который вышиваю на подарок. Да, это на подарок. Это аржантей по мотивам картины Клода Моне. Размер 40 на 40 сантиметров. Вот такой интересный дизайн. И сейчас смотрим, что же мне удалось навышивать. Так, камера отъехала подальше, чтобы вам можно было хорошо рассмотреть. Сняла со станка, чуть-чуть совсем серединку прогладила, дальше не глажу, потому что у меня здесь цепляю здесь клипсы для натяжки. Так как уже много вышито, она кверху начинает уже идти такими волнами, поэтому нужно уже натягивать и сбоку. Так, ну что, я отметила всю сагу, и у меня 68%, 68, осталось 32. Ну вот она так у меня почему-то тяжело идет, не знаю почему. Хотя я ее шью каждый вечер, и сага есть. Вот был какой-то этап, что я вот здесь вот сагой рванула, тут так много вышила. А сейчас как-то все у меня подзатих задор. Может быть, потому что нет уже какого-то сюжета, идет просто небо, там несколько цветов. Крест, полукрест, бленд, попеременно все это идет, и, может быть, поэтому мне как-то стало скучно. Хотя я вышиваю также с огромным удовольствием. Нитки красивые, ну, цвета красивые, вышиваю. Не знаю, почему у меня как-то так все это подзависло. Ах,
Осталось 13 тысяч крестиков. Кто-то, кто вышивает по 1000 крестиков, мог бы за 2 недельки раз это и все, и хоп, и вышить. А я не знаю. Мне хоть бы до конца октября. Ну почему она так долго у меня вышивается, девочки, скажите мне. Ну, буду надеяться до конца октября ее дошить, потому что хочется человеку уже подарить. А он ее ждет, эту работу. Любит Клода Моне. Я вам говорила, что он по Моне заходит, и поэтому выбрали конкретный дизайн. У него такой, как сказать, ну, не репродукция, это да, да, вот у меня будет как вышивка, у него там как репродукция, вот такого у него нет. Вот, ну, нужно подсобраться силами и вышить. Так, ну а в целом, я думаю, что вы уже оценили краски, насколько это все очень сочно. Вот именно, знаете, сочно, маслянисто, как будто это краски. Очень хорошая разработка. И вот здесь вот применили хорошую технику, где используют, да, крест в 2 нитки и крестик в 1 нитку, создавая вот такой объем. Мне кажется, что вот благодаря этому и получается такой эффект маслянистой краски, да, вот когда она такими вот ложится, как это сказать, ну, кисточкой проводишь, и вот остаются такие вот, как разводы, да, полоса такая от краски. В общем, очень красивая работа. Я ее представляю в оформлении. Если сделать такой какой-нибудь беленькую рамку, светло какой-нибудь паспорту, какой-нибудь оттеночка, ну, что-то такое светлое сюда будет. Большая, такая красивая, эффектная работа. Она на стене будет сразу бросаться в глаза. Очень красивая, очень-очень-очень. Вот, мне нравится, как получается. Замечательная разработка. И вот здесь, видите, такая рябь. Вот, и стали проявляться лодочки. Вот, вот тут простая какая-то лодка. Здесь вот этот вот буёк. Вот, здесь еще лодка. Вообще их много, и можно считать вот по этим мачтам. Сколько их, этих лодочек. Вдалеке виден какой-то маяк, скорее всего, что-то там. Вот какой-то парус. Вот тут человек, мы его уже с вами видели, парус ставит. Вот что еще? Вот тут вот, может быть, какой-то домик там вдалеке. Это какое-то дерево, может быть, на берегу. Может быть, это вот или лодка, или пирс. Что это, непонятно тут. Вот. Вот это лодка, буёк, а вот это вот не знаю что. Ну, в общем, издалека вот эти силуэты, они проглядываются, да, и вот такой интересный пейзаж, утро, дымка, когда классно. Вот, в общем, что еще, какие новости. Ну, по дизайнам, по вышивкам все, по моим, что смогла, то вышивала. Продвигала. Вот. Но еще на неделю у нас состоялась встреча с Наташей. И Наташа мне, как всегда, что-то приносит. Она мне принесла целую сумку тканей. Она когда-то шила, пэчерком занималась, потом, ну, времени не стало, и все это как бы ей уже не нужно. Вот, и она мне отдала целую сумку тканей. Мне пригодится, я пока шью, пока еще не забросила. Вот, и сейчас вам покажу еще кое-что. И также Наташа показывала свои вышивки, ну, свою вышивку, вот эту большую, я вам вставлю, покажу кусочек видео, как продвигается работа. Вот, и также Наташа принесла показать мне вот такую вышивку, которую она вышивала очень-очень давно. Очень-очень-очень-очень. Вот. Но так как Наташа работает, еще больше, чем я работает, и у нее времени практически свободного совсем нет. У меня его мало, а у нее практически совсем нет, да. Вот. И они у нее лежат неоформленные. И я их забрала. Говорю, Наташа, давай-ка их мне. Давай-ка этих своих Дед Морозов. Я их как-нибудь оформлю. У меня хоть тоже времени мало, но мне его мало. Вот. Но бывают какие-то у меня выходные. Я иногда что-то шью, поэтому, ну, жалко. Они прикольные такие, эти Деды Морозы. Надо их оформить. Оформляются они в игрушку. Значит, смотрите.
какой здесь красавчик, такой толстунчик. Нужно его вырезать с отступом, конечно, и он просто набивается. Набивается, не знаю, тут нужно посмотреть, ну, Наташа сказала, что не нужно делать подставку, вот, а просто его сшить, ну, как игрушку, да, чтобы он стоял. Но нужно подумать, может быть, все-таки что-то сюда можно пристроить, чтобы он и мог стоять самостоятельно. Толстенький такой, красивый, яркий. А вот этот дедушка, видите, здесь у него тело само, да. А ножки, вот они, ножки. Ножки отдельно. Ножки отдельно, и их нужно отдельно вырезать. И они пришиваются, будут болтаться эти ножки. Мы смеялись, Ронтаж. Главное, чтобы ошибку не сделать, а то потом протезы будем делать Деду Морозу. Вот. Вот такой тут рисуночек. Так. Прикольно, да? Видите, тут... Ну, часто смена нитки, какие-то сердечки, полосочки, точечки. Такой вот интересный, такие разноцветные носки, колготки, что это будут, да, штаны. И будут пришиваться вот сюда, вот так. Вот, ну, это нужно мне денечек. Это не на этой неделе, не на следующей, потому что я работаю на следующей неделе, в субботу еще буду работать. Ну, через неделю, да. Ну, потихоньку, я думаю, вышью. Основа здесь Аида, такая, знаете, цветная, покрашенная какая-то. Она была, наверное, покрашена, цвет хаки. Такой большой отрез. Вот. Что, потихоньку оформим Дедов Морозов Наташиных. Так, что еще из новостей? Итак, хотелось вам показать небольшие покупки. Это коробки из Икеи, это детская комната. Коробки большие, очень удобные. Ну, Икея наш друг, у них все очень практично и хорошо продумано. Вот, эти коробки я купила специально в свой шкафчик рукодельный, он у меня тоже с Икеи, поэтому они туда идеально подошли по высоте и глубине. Вот, и нужно подумать, может быть, еще две купить, тогда будет, знаете, вот все хорошо закрыто. Ну, в смысле, не будет видно, шкаф-то открытый, не будет видно, что там у меня, когда непорядок, да. Будет вот так вот зрительно порядок. Значит, у коробок есть картинки, тут коты, тут деревья. Ну, с одной стороны коты, дерево, дерево, кот, да, они одинаковые. Вот, они очень глубокие, высокие, видите, сюда вот, вот набор, вот Ланарты вот так встает, и его не видно. Здесь вот мои сумки, вот это тоже нужно на работу отнести. Здесь мои сумки, тоже какие-то конверты, то, что, ну, процессы. В общем, я сюда сложила мои процессы, чтобы все это было как-то покомпактней, поаккуратней. Здесь у меня, кстати, вот еще ткани от Наташи, потому что они уже не помещаются туда, наверх. Вот тут сумочки у меня с процессами. Видите, как красивенько тоже стоят, все хорошо. Сумочки со схемками. В общем, класс. Мешочки, сумочки. Такая вот красота. И очень это все удобно, комфортно. Все стоит, организовано. Вот я теперь довольна. Подошел, посмотрел, что тут выбрал. И вперед вышивать. Было бы время. Итак, подводя итоги за сентябрь месяц, у меня продвигается Аржантей, немножко повышивался Фредерик Литератор, есть старт Ланарте Орхидея и старт Ланарте тачка с подсолнухами. Вот, немного, но тем не менее, что-то есть. Значит, что бы хотелось на октябрь? Ну, на октябрь хотелось бы вот этот цветочек мне завершить. Хочется завершить Аржантей, но вот что-то мне подсказывает, что, скорее всего, я не справлюсь. Но я буду стараться, пусть хотя бы из 13 тысяч, хотя бы половину вышить, уже тоже будет хороший прогресс. Постараюсь оформить Дедов Морозов Наташиных. Что еще? Ну, будет что-то еще новенькое из процессов, посмотрим. То ли подсолнухи я еще повышиваю, может быть, что-то я заменю, потому что хочется мне какой-то ротации. Как-то, знаете, немножко я устала, хочется разнообразия. У меня отличные
красивые, прекрасные работы лежат в начатышах, которые хочется завершить. Может быть, я как-то оттуда буду брать по одной работе, делать ротацию. Посмотрим. В общем, на сегодня так. Надеюсь, мы с вами будем встречаться каждый месяц. Буду вам показывать свои продвижения, итоги. Я, конечно же, есть во всех соцсетях. Я там постоянно публикую. Практически каждый день публикую какие-то свои новости рукодельные. Вот. Ну, а на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. До новых встреч и всем пока-пока. Мы встречались с Наташей, и я забыла вам показать еще с прошлого раза то, что вышивает Наташа. Это большая работа, вышивается на 18 каунте крестиком, сложением в две ниточки. Всего используется здесь 6 цветов, ниточки ДМС. И это работа, восстановленный старинный исламский ковер. Здесь в этой работе, по-моему, 3 ряда. Вот у Наташи вышит один ряд с такими вот элементами крупными. Сейчас вы видите такие медальончики, узоры. И по центру ковра есть 3 ряда с основными элементами. У Наташи вышит один, будет вышит еще один, всего 2. А третий Наташа решила не вышивать, потому что работа и так достаточно большая. Мы ее разложили в кафе на стол. Вот она практически весь стол и заняла. Основа, да. По саге здесь 184 тысячи крестиков. И Наташа вышила примерно 60 тысяч. Но мы так навскидку, потому что она не отмечает саги. Нет смысла. Дизайн простой. Просто вот она пользуется сагой, чтобы было удобно вышивать. Очень красивая работа. Масштабная. Впечатляет. Буду вам периодически показывать, как продвигается этот процесс, потому что нам так посчастливилось, что мы все-таки живем недалеко, можем хотя бы раз в месяц встретиться, но я на это надеюсь, что мы будем как-то встречаться, и я вам буду показывать, какие успехи у Наташи.